Сегодня я наконец-то познакомлюсь с отцом детей моей жены. Нервничаю ли я? Вы понимаете, дети знают, кто был рядом, и... Твою мать! Надеюсь, это не он. Привет, ты Дасти? Нет. Что? Точно? Где тебя носит? Мой бывший муж уже здесь. И что он там делает? Угощает детей сладостями. Черт возьми! Прости. Я зол, как самый острый перец чили. Эй, кто хочет еще конфет? Значит, ты и есть Дасти. Давай обнимемся, крутыш. Мы уже встречались. В аэропорту. Не припоминаю, дружище. Ты видел папин мотоцикл? Ты водишь? Да. Правда? Я думаю, что это хорошая идея, Брэд. Я сам, это мощная штука. Давай, иди принимай душ и надень уже майку. Берегись, берегись! А Брэд что, умер? Думаю, нам надо быть готовыми к такому повороту, зайка, ясно? Будь этот парень бывшим моей жены, я пустил бы себе пулю в лоб. И вот король поднял свой могучий меч и обрушил его на короля отчима. Но король отчим отразил удар щитом. Король отчим был очень расстроен, когда настоящий король вынул свой меч, длинный и сияющий. Но все девы на земле предпочитали средний размер меча, как у короля отчима, так как он умел слушать. У нас с тобой старый добрый поединок отцов. Тебя ждут напасти, Дасти. А что, уже Рождество? Ты что, сейчас середина апреля. А это что, билеты на игру плей-офф с Лос-Анджелес Лейкерс? Неплохо. Брэд, ты самый крутой! Дасти Мэйра! Эй, это моя семья. Спускайтесь, можете сесть с командой. Обалдеть, слышал, хочешь познакомиться с Коби? Можно 5 банок пива? Посвящается Дилану и Меган, и Саре, и Дилану. Точно в корзину! Посвящаю заезд Дилану и Меган. Кто следующий? Я следующий. Дорогой, нет, спускайся. Да, хороший совет. Ну, с Богом. Все отошли. Он стал зомби. Ты что, дал мне по морде, брат?